Музей Александра Сергеевича Пушкина в Гурзуфе находится на южном берегу Крыма, в поселке Гурзуф, в доме, принадлежавшем генералу-губернатору Новороссии и Бессарабии, герцогу де Ришелье. До 30-х годов XIX века дом был единственным европейским строением на всем южном побережье. В 1820 году в этом доме жил Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня экспозиция музея располагается в 6 залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта и поэтических произведениях, написанных под влиянием крымских впечатлений. В залах представлены прижизненные издания Пушкина, предметы быта пушкинской эпохи и крымского быта начала XIX века. Музей Антона Павловича Чехова расположен в Ялте, где он провел последние 6 лет жизни. В Ялту писатель решил переехать из Москвы по состоянию здоровья. Дом был построен по проекту архитектора Шаповалова всего за 10 месяцев. Музейная экспозиция размещается в 3 комнатах писателя – кабинете, столовой и спальне. В них представлена мебель и предметы домашнего быта, которыми Чехов пользовался при жизни. В одной из комнат разместилась литературная экспозиция, посвященная творческому наследию писателя. Именно здесь были написаны его «Три сестры» и «Вишневый сад». Интерьеры всех комнат украшают фотографии, картины, портреты побывавших здесь известных людей. Мемориальный дом-музей Александра Грина является старейшим музеем города Старый Крым и первым музеем Грина. Экспозиция дома-музея включает в себя 3 небольшие комнаты. В музее представлены литературно-мемориальные экспозиции, личные вещи писателя, фотографии, книги, картины, все, что рассказывает о жизни и творчестве писателя Александра Грина в период с 1929 по 1932 год. Уникальность Старокрымского музея Грина в том, что расположен он в единственном собственном доме писателя. В этом доме прошли его последние дни. Здесь он диктовал страницы незаконченного романа «Недотрога». Здесь получил из печати последнее прижизненное издание – автобиографическую повесть. Музей Максимилиана Волошина, музей в Коктебеле, открытый 1 августа 1984 года. Дом строился в 1903-1913 годах Волошиным и его матерью и стал местом паломничества творческой интеллигенции. Сюда, в гости к Волошину, приезжали поэты, писатели, деятели культуры. Собрание музея насчитывает около 60 тысяч единиц хранения. В музее находятся интерьеры мемориальных комнат, прославленная мастерская поэта и библиотека Волошина. В августе 1984 года дом Волошина получил статус музея, а в 2001 году был включен на правах отдела Коктебельский заповедник Кемерия Максимилиана Волошина. Thank you.
друзей Марины и Анастасии Цветаевых мемориальный музей в городе Феодосии в Крыму. Сестры Цветаевы жили в Феодосии с 17 октября 1913 по 1 июня 1914 года. Экспозиция музея носит название «Феодосия Марины и Анастасии Цветаевых» и отражает феодосийско-коктебельский период их жизни до начала Первой мировой войны. Камерный интерьер отражает обстановку феодосийского жилого дома начала XX века. Гордостью экспозиции является мемориальная мебель, любимое кресло Марины, столик, диван из тех комнат, в которых Цветаева с мужем и дочерью провели столько счастливых дней. В экспозиции редчайшие снимки, среди которых фото улыбающейся Марины Цветаевой и фотографии старой Феодосии.